Мы на новом Outlander. Находимся на тестовом трейке Mitsubishi. На острове Хоккайдо. Собственно, пробуем новинку. Есть некоторые впечатления. Машина, не сказать, что стала более динамичной. Трансмиссионные шумы и шум двигателя все-таки преобладает, как вы видите. Рулевое управление довольно-таки легкое, и это не комплимент. Что еще можно сказать? Тут рейка стоит, видимо, та же, чуть больше 3 оборотов, как на Outlander XL. Разгоняется довольно-таки вяло, 6-й круг, пытаюсь загнать его хотя бы в 180, нам не дает трек. И это двигатель 2,4 литра. Эта машина чуть-чуть мощнее, чем 2 литра, чуть-чуть дороже. На этом конкретном автомобиле стоят колесные диски и шины R18. И она более устойчивая, чем 16-е. В целом, мне прошлый Outlander нравился больше. Извините, вынужден откланяться.